В областном центре произошел очередной пожар. В минувшую субботу горело неэксплуатируемое здание столярного цеха в Северном округе. Опасность заключалась в непосредственной близости одноэтажного кирпичного здания к очистным сооружениям СЦБК. О задымлении спасателям сообщили очевидцы. Из-за сложной планировки постройки пожарные не сразу смогли пробраться к очагам возгорания. Очага найти сразу не удалось. Звеньями ГДЗС пошли внутрь, обнаружили два очага горения, в основном это опилок. И под пол сделали пропилы. В данный момент пожар локализован. На месте пожара работало 7 пожарных расчетов. В результате пожара были повреждены только продукты лесопиления и полы цеха. Причина возгорания и собственник здания сейчас выясняются.